Врачи и сотрудники правоохранительных органов бьют тревогу. В этом году из окон выпали 25 детей. Только за эту неделю произошло 3 новых случая. Во всех 3 малыши в возрасте от года до 2 лет. Во всех 3 случаях родители находились дома в других комнатах. При этом дети оказались вне поля их зрения на короткий промежуток времени. Анализ фактов получения травм детьми в результате падения из окон многоквартирных жилых домов показывает, что малолетние самостоятельно забирались на подоконники, пользуясь стоящими рядом различными предметами мебели. Затем дети выпадали из окон, где отсутствовали специальные блокирующие устройства, но имелись противомоскитные приспособления, которые лишь создают иллюзию закрытого окна. Врачи Республиканской детской больницы приводят печальную статистику. В 2015 году к ним поступило 14 детей, выпавших из окон, а за поллета этого года уже 25. И это при том, что и медики, и сотрудники правоохранительных органов, и средства массовой информации не устают повторять: о безопасности детей необходимо заботиться постоянно. Не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что падение с высоты даже любой маленького ребенка наносит чрезвычайно серьезную травму. В первую очередь повреждается, к сожалению, голова ребенка, головной мозг. Эти дети все имеют тяжелые черепно-мозговые травмы. Повреждаются внутренние органы. Как правило, это ушибы легких, сердца, ушибы органов брюшной полости и переломы конечностей. То есть фактически травмируется весь организм. Спасать таких детей чрезвычайно тяжело. По мнению Анатолия Павлова, основная причина трагедии – родительская беспечность. Есть как минимум 2 способа предотвратить трагедию – установить специальные оконные блокираторы и не оставлять детей без присмотра. Обращаясь к родителям, хотелось бы сказать: берегите своих детей, потому что погибают совершенно здоровые, красивые дети от вашей беспечности.